В данном случае я говорю о себе, напоминаю, что ранее такая практика отсутствовала в городе Мелитополь, это накладывало свой негативный отпечаток на решение, скорость, качество принятия решений по обращениям наших граждан. Надеюсь, что такая форма приживется. В нашей работе мы будем постоянно практиковать такой формат решения проблем по обращениям. Ну и также надеюсь, что эта форма будет намного эффективнее от предыдущих работ. Всем хорошего продуктивного дня. Приступаем к нашей...